В Ненецком округе появился ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Его миссия – организовывать и курировать волонтерское движение в регионе. Вновь созданная структура функционирует на базе регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. С работой волонтеров познакомился Олег Сахаров. Ему слово. Волонтеры Победы – это всероссийское общественное движение. В их числе порядка 50 добровольцев из нашего региона. Парад Победы и Бессмертный полк – основные мероприятия, в которых принимают участие волонтеры. Они же проводят в округе всероссийские квесты, такие как блокада Ленинграда, Сталинградская битва и Курская дуга, а также традиционную акцию «Красная гвоздика». Ее главная цель – сбор средств на помощь местным ветеранам Великой Отечественной войны. Навещаем наших ветеранов, ходим к ним в гости, если нужна какая-то помощь по дому. Приходим просто пообщаться, попить чая, поздравить с праздниками. Последние годы число активных людей и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, растет. Неудивительно, что и на правительственном уровне волонтерскому движению уделено большое внимание. По поручению президента России была разработана концепция развития добровольчества до 2025 года, которая дает ряд поручений органам исполнительной и законодательной власти во всех регионах страны, а также была поставлена задача создать ресурсный центр добровольчества в субъектах России. Ненецкий округ не стал исключением. Организация, призванная курировать волонтерское движение в регионе, помогать волонтерским объединениям, добровольцам, собирать реестр, базу данных формировать, реализовывать образовательные программы, проводить мониторинг, исследования различные, связанные в сфере добровольческой деятельности. Сейчас центр активно разрабатывает план работы. В ближайшее время планируется провести ряд акций. 14 февраля – Международный день книгодарения. Будет организован сбор литературы для передачи в социальные учреждения. 17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Волонтеры проведут интерактивные занятия в Ненецкой коррекционной школе. Также с 21 февраля добровольцы будут помогать в строительстве снежного городка на Бурандей. С 20 февраля по 20 марта у нас открыт прием заявок на окружной конкурс волонтерских программ и проектов, в котором могут принимать участие граждане от 14 до 30 лет, имеющие официальную регистрацию на территории округа. Они пишут проекты социально ориентированные, и сумма поддержки у нас составляет до 30 тысяч рублей. По итогам прошлого года добровольцами Ненецкого округа проведено более 500 мероприятий. В них приняли активное участие более 1000 человек. Олег Сахаров, Игорь Тарасевич, телеканал «Север».